Вау, мускулистый вульф такой крутой! Пандо, ты такой слабый! Я точно стану таким спортивным, как Крока! И когда же исполнится желание Пандо? Давайте сыграем в игру! Интересно, в какую игру они будут играть? Смотрите, благодаря правильному питанию и спорту Вульфу стал очень сильным. Бежим! А Пандо слабый, ему сложно сбежать. Игра окончена. Если ты хочешь стать сильным и спортивным, ты должен есть здоровую пищу. Сыграем еще. Здорового питания недостаточно. Ты должен еще заниматься спортом. Да. Каким же будет Пандо, если будет правильно питаться и заниматься спортом? Бежим! Помните, что здоровье – это очень важно. Хорошо питайтесь и занимайтесь спортом. Пандо, не ешь так! Пандо, давай есть фрукты. Нет, спасибо. Я предпочитаю мясо и конфеты. Дети, хотите поиграть в игру? Да! Так-то! Что за игра у папы? Первый раунд. Выберите здоровую еду и убейте монстров. Дети, посмотрим, какую же еду выберут Вульфу и Пандо. Вульфу выбрал фрукты и овощи. А Пандо выбрал фастфуд и сладости. Пандо, выбери фрукты. Нельзя есть много конфет. О нет, Пандо все равно хочет есть свою еду. Второй раунд. Oh!
надо! Много мяса тоже нельзя есть! Не переживай, все в порядке! Готово! О боже! Панда съел все конфеты и фастфуд! Он не съел ни одного брокколи! Третий раунд! Я уже так много съел, еще и овощи в меня не влезут. Победа! Если есть много мяса и сладкого, ты будешь уставать. Чтобы быть здоровым, нужно есть больше овощей и фруктов. О, нет! Почему ты такой сильный? Вау! Пандо хочет, чтобы однажды он стал таким крутым, как мистер Пантера. Нет! Помогите! Помогите! Мой папа сделал спортивную игру «Клуб здоровья». Да, да! Да. У вас отличное здоровье. Начнем. Вперед! Погнали! Вау! Все очень хотят увидеть сегодняшний матч. Ура! Вульфу закончил первым и получил больше энергии. А в это время Пидди и Пандо заняты игрой. Смотрите, энергия Пандо и Пидди вот-вот закончится. И вот настал день матча. Кто победит? Помогите! Да! Нет! Вульфу победил, потому что он тренировался и правильно питался. Мы поняли! Вульфу в ресторане с конвейерной лентой. Эй, дети! Сюрприз! Ой, как мы можем играть в эту игру? Цель состоит в том, чтобы сделать ваших персонажей сильнее. Да-да! Смотрите дальше, чтобы узнать, кто из детей окажется самым сильным. Ух ты! А еду в этом конвейерном ресторане будет подавать робот-повар. Эта игра очень простая. Нужно скушать все, и мы станем сильнее.
3, 2, 1, старт! Боже мой, дети ели без остановки. Кажется, мы стали сильнее. О нет, похоже, все совсем иначе, панда. Ребята, нужно есть достаточно еды. А также поменьше фастфуда и сладостей. От них вес растет. Да, да! Получилось! Тюремная башня. Итак, дети играют в полицейских и воров. Готово! Мы должны сделать несколько тюрем, чтобы поместить их туда. Смотри! Дети, здесь так грязно. Мне нужно убраться. Не грустите, нам просто нужно переставить ваши тюрьмы. Да! Что предложила мама? Молодцы! Давай! Вперед! Ух ты! Вульфа и Люси расположились друг над другом, чтобы сформировать сверхвысокую башню-тюрьму. Они такие умные, правда? Тюрьма для зубов. Вульфа, давай играть вместе. Ты снова забыла почистить зубы. Играй сама. Люси думает, что у нее нет проблем с неприятным запахом изо рта. Что ж, давайте посмотрим, для чего Вульфу позвал панду. Люси! Люси, хочешь поиграть в полицию? Да! Вперед! Бежим! Помогите! Помогите мне! Люси! Мне жаль! Смотрите! Кажется, панда планировал, что Вульфа поймает его в этой игре. Ух ты, детишки! Вульфа построил две зубные тюрьмы из картона! Готово! Что ты делаешь? Эй,
ребята, пора кушать. Пони, поев и попив, Люся не вынесла мусор и легла спать. А панда очень чистый и опрятный. Как твоим зубам находиться в твоем вонючем рту? О боже! Взгляни на эту тюрьму! Этот зуб такой крутой! Сильные зубы! Вау! Твои зубы такие сильные! Ты тоже попробуй! Зубы Вульфу и зубы Буфу противники. Вульфу очень расстроился. Ага. Я буду тренировать свои зубы. Вау! Что же будет делать Вульфу? Вульфу, теперь зубы стали слабее. Что случилось, Вульфу? Так ты зубкам только навредишь. Я покажу тебе, как надо. Чтобы зубы были сильнее, их нужно чистить каждый день. А еще ты должен есть еду с высоким содержанием кальция. Такую, как молоко, сыр, креветки, бобы и брокколи. Вау! Благодаря чистке и правильному питанию зубы Вульфу стали суперздоровыми! Если грызть еду, то будут болеть зубы. Не забывайте заботиться о зубах, чтобы они были здоровы. Я хочу поиграть с друзьями. Время играть в футбол с друзьями. Нет! Ты должен поиграть с нами! Смотрите! О, нет! Дженни такая милая! Вульфа! Ты арестован!
Люси просто хочет, чтобы Вульфа поиграл с ней и Дженни. Панда, помоги мне! Уходите! Вульфа должен играть с нами! Нет, 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 нет! Люси, пришло время купаться. Дженни, продолжай смотреть за Вульфа. Ух ты! Итак, Вульф был спасен. Так-так, выяснилось, что Панда обратился за помощью к Молли. Ой, где же Вульфу? Это не конец, Люси очень зла. Что, если Вульфа не разрешает тебе играть с друзьями? Помогите! Все потолстели. Вау! Так, сегодня родители Вульфу разрешили детям съесть пиццу. Хватит есть фастфуд. Если есть много такой еды, вы потолстеете. Вот бы можно было есть столько фастфуда, сколько хочется. Вульфу, ну откуда ты возьмешь деньги? Дети, курица готова. О, нет, почему мама так потолстела? Почему ты такая большая? Это нормально, потому что мы едим фастфуд каждый день. Стоп! Во сне Вульфу все люди стали полными, потому что едят фастфуд каждый день. Дети, помогите мне! Ой, после этого сна Вульфу также хочет есть много фастфуда.
Все хорошо? У полных людей всегда проблемы с сердцем. Мы все такие. О, нет! Ты что, не знаешь? Мы не можем быстро двигаться, потому что можем сломать себе что-нибудь. Теперь мы не будем есть так много фастфуда. Радуга из попытов. Давай, давай! Ребята, из чего сделана радуга? Она сделана из картона! Правильно ли ответил Пандо? Вперед! Давай, давай! Что случилось? Нет! О, нет! Я думаю, что радуга сделана из Лего. Так, круто! Поехали вниз вместе! Да! Буффо тоже ответил неправильно. Может быть, радуга сделана из попытов? Да-да, радуга сделана из попытов! Нет, радуга всего лишь отражение. Привет! Привет! Поднимемся в небо, чтобы узнать правду о радуге! Все за мной! Вау, так красиво! Вот радуга! Пришелец, скорее паркуй свой корабль на радуге! Да! Попробуй снова! О, нет! Пришелец попробовал снова и снова, но все равно не получалось. Что это? Когда солнечные лучи проходят через капли воды, они отражаются в небе, образуя радугу. Итак, радуга на самом деле всего лишь отражение. Давайте вместе сделаем радугу из попытов. Да! Вперед! Чей кораблик лучше? Нельзя играть бумажным корабликом на воде. Помогите! Сделаем кораблики из Лего. Я поставлю на них двигатели. Давайте посмотрим, какими будут кораблики из Лего доктора Кэт и наших маленьких друзей. Вау!
Кораблики из лего наших маленьких друзей, оснащенные двигателями доктора Кэт, плавают так быстро. О, нет! Кораблики детей вот-вот столкнутся! Почему бы нам не сделать кораблики из поп-итов? Отлично! Поп-иты легкие и устойчивые. Корабль из поп-итов? Какая классная задумка, Вульфо! Вперед! Вперед! Погнали! У меня есть для тебя подарок. Перестаньте. Давайте играть. Черная машина или розовая машина? Мама, купишь нам эти машинки? Эй! Нет! Дедушка, купишь мне эту машинку? Нет, купи лучше мне. Эй! Нет! 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 Моя розовая машинка лучше. Вау! Розовая машинка такая красивая. Интересно, какой будет черная машинка Вульфу? Я буду возить папу на работу на своей черной машинке. Так-так, а вот и черная машинка Вульфу. Поехали! А если пойдет дождь? Твоя машинка тоже промокнет. Обе машины хорошие, но они дорого стоят. Почему бы нам самим не сделать машину? Вульф, Люси и дедушка решили сами сделать машинку. Дедушка, но машинка одна. Эта сторона для Вульфу, а эта для Люси. Ура! Ребята помирились и вместе делают машинку. Ну что, прокатимся? Кэт, ты нас не так поняла. Oh. Hmm. Hmm.
достаточно денег. Давай, давай. Что же придумала Кэт? Смотрите! Вау! Оказывается, эти торговые автоматы принадлежат Кэт. Сюда! Да! 3 цента! Но Кэт не повезло, потому что ни у кого из ее друзей нет денег. Эй, ребята, продайте мне фастфуд. Эй, ребята! Ой, Пигги и Вульфу продают что-то Буфу. Даже если Кэт здесь нет. Как ты посмел съесть всю мою еду? О, нет, Кэт неправильно поняла своих друзей. Помогите! Стоп! Помогите! Помогите! Вульфа! Что вы здесь делаете? Где вы, ребята? Мы только помогли продать тебе еду. Вот. Они просто продали мне еду. Это так и есть. Простите, ребята, я неправильно вас поняла. Теперь у меня хватает денег. Можете кушать сколько хотите. Портал Вульфу. Смотрите, Вульфу вышел из портала. Вульфу, ты опоздаешь в школу? Не опоздаю. У меня есть пушка-портал. Вау! Вульфу во мгновение оказался в школе. Шикарно! Они почти все уже проданы. Как ты быстро? Ничего особенного. У меня есть роботы получше. Приходите ко мне, у меня самые лучшие игрушки. Так-так, что же теперь будет делать Вульфу? Бу!
Боже мой! Что Вульфу хочет сделать с игрушками Буфо? Та-да! Где мои игрушки? Вульфу хотел подразнить Буфо. О, нет! Буфо заметил Вульфу. Отправляемся домой. Вульфу, кажется, с пушкой проблемы. Прости, я больше так не буду. Давай вернем тебя домой. Дженни установили солнце и луна. О, нет, остановись! Может быть, Луна и Солнце станут для Дженни хорошими родителями? Эй, мы можем попросить Солнце позаботиться о Дженни? Мы не можем. Да я расскажу тебе. Дети, давайте узнаем, что расскажет Вульфо. Оказывается, на солнце слишком жарко. Как насчет луны? Это тоже не очень хорошая идея. Что ж, если Вульфо прав, то кто сейчас будет лучшей няней для Дженни? Похоже, это Люси, ребята! Супер многоярусная кровать Вульфу! Папа! Папа! Вау!
Папа, ты сможешь сделать многоярусную кровать? Простите, дети, не могу. Но инопланетянин может. Да! Привет! Мы хотим сделать гигантскую многоярусную кровать. Хорошо, давайте! Вперед! Интересно, как будет выглядеть такая многоярусная кровать? Она точно будет уникальной! Теперь я ее увеличу! Стоп, стоп! Если ее увеличить, она сломает крышу! Мы можем вынести ее на улицу! Нет! Смотри! Не переживай, мы можем поиграть здесь! Вау! Что придумал инопланетянин? Круто! Как круто! Начнем! Ура! Отлично! Побежали! Смотрите! Вау! Как красиво! Узнаем, какие еще креативные игры есть с Вульфом. Золотая гоночная машинка. Золотая машинка лучшая. С этой машиной мы можем выиграть любую гонку. Да. Уверен в этом? Давай-ка я кое-что тебе расскажу. О, что все это значит? Привет. Мистер Зебра, нам нужна золотая машинка. Можете сделать? Да, но это будет тяжело. Делайте. Вау, ребята, вам интересно узнать об этой особенной машине? Готово! Ух ты, как красиво! Наша золотая машина намного лучше. Ладно, хочешь погонять? Хорошо! Давайте угадаем, какая машинка доедет до финиша первой. Золотая или розовая? Раз, два, три, поехали! Скорее, скорее! Я не могу! Эй, ребята, давай, давай! Золотая машина Вульфа и Люси тормозит, как черепаха. Золото очень тяжелое. Его часто гранят для изготовления украшений. Эта машина тоже очень тяжелая. У нее нет шансов выиграть ни в одной гонке. Да! Вау! Где найти сокровище? Подождите, я вам устрою охоту за сокровищами. Да, да! Вульфо представляет, что ищет сокровища в лесу, и там будет много интересного.
Эй, дети! Сокровище спрятано во дворце. Найдите его. Это слишком просто. Я не хочу в это играть. Это не весело. Попробуй, и тогда узнаешь, весело это или нет. Дети, идите за подсказкой к яблоне. Да, да. Вы готовы найти сокровище вместе с Вуппо и Люси? Налево, направо, налево, поднимай! Ура! Вульфу такой умный! Но где же спрятано сокровище? Вау! Вульфу! Отлично! Люси такая креативная! Игры папы всегда такие веселые! Давай сделаем самолет! Нет! Отель! А почему не то и не другое? Да! Отель в самолете. Так, ребята использовали вату, чтобы сделать белые облака. Алло? Так-так, как только самолет был доделан, Вульфу позвонил друзьям и пригласил их. Обслуживание в номер один. Я готова. Боже, что случилось? О, нет! Буффо мешает отдыхать Пандо и Кэт. Пожалуйста, не шумите! Плохой отель! Смотри, невероятно! Что собираются сделать Вульфу и Кэт? Как опасно! Мяч Буффо попал в крыло самолета!
Я все починил. Прости. Это лучший отель. Горка, динозавр. Шикарно! Нам нужно найти динозавра, чтобы поиграть в эту игру. Ты не знаешь? Динозавры вымерли очень давно. По телевизору показывают не настоящего. Нет проблем! За мной! Так, куда же пришелец поведет их сегодня? Стой! Дай я сначала проверю! О, нет! Пришелец, быстрей! Вперед! О, нет! Идея пришельца вернуться в доисторические времена не сработала. Там небезопасно. Мы не можем вернуться. Мы можем пойти в музей и поиграть с динозаврами там. Нет! Боже, оказалось, что это так. Нет, ты можешь сломать скелет. Вау, посмотрим, что на этот раз делает Вульфу. Отлично! Папа, помоги нам сделать горку динозавра, пожалуйста. Он слишком маленький. Мы не поместимся. Мы не сможем залезть. Вульфу, не звони слишком часто инопланетянину. Привет. Инопланетянин, помоги сделать мой домик больше. Вау, чудесно! Теперь Вульфу и Панду могут спокойно играть. Спасибо, инопланетянин. Пока. Инопланетянин, увеличь нам их. Ура! Поехали! О, нет! А что на этот раз хочет попросить Вульфу у инопланетянина? Боже, Вульфу столько раз его вызывал, что инопланетянин даже не смог отдохнуть. Боже, кажется, Вульфу злоупотреблял его помощью.
Давай попросим инопланетянина увеличить это. Да. Почему инопланетянин не прилетел на помощь? О, нет. Вульфу, с инопланетянином что-то не то. Что случилось с инопланетянином? Он так устал, что он уснул. Может, из-за этого? Что же придумал панду, чтобы извиниться? Прости, что мы постоянно тебе звонили. Даже не по делу. Вот, угощайся. Спасибо, ребята. Мне уже лучше.